Всем привет, дорогие друзья! Ростов-на-Дону на связи, Андрей Кусков у микрофона. И прямо сейчас вместе все мы с вами увидим ложный замах, ложное забегание. И, соответственно, вот только сейчас арбитр, наверное, разрешит официально стартовать от встречи. Да, серьезнее предъявляет к ребятам. Посмотрим. Так, здесь пошла подача, даже не подача, а удар, это выходит. И угловой будет. Великолепно здесь действовал голкипер гостей Сергей Макраусов. Под перекладину, ну вот, опять-таки интересно, да, и посмотреть вообще, как сейчас Ростов будет играть. Но пока Шор в атаке и неплохо здесь. Здесь справедливо голкипер может напихать всем своим полевым, потому что там сколько сейчас, 5-6 человек. Ростов ищет вариант для удара. Снова подача, и вот отсюда удар, неплохо. Брославский или кто, или нет, Игнатов. Брославский, в принципе, тоже так, конечно же, ничья. Хотя бы одно очко, да, там и сопернику не даем никуда пройти. Ох, здесь удар, чуть выше ворот проходит. По-моему, транзитом через руку. Галки в определенном этапе, но в правильном направлении движется. Что касается Шора, то и немножко не хватает активности от петербуржцев. Давайте сейчас у себя... протоколе поправлю. Номер 7 Никита Горбачев, 4 Кирилл Николаев, номер 6, номер 12 это Тимур Соколов, Роман Стрелков играет под номером 18, и гол. Вот это да, полумыска забивает. Казалось, вполне возможно, вспоминая лекалы первого тайма, что сейчас будет удачное действие от защитников Шора, либо от голкипера. А вместо этого открытый, ну и тем более, раз уже Шор проигрывает. Сейчас интересная подача. Здесь попытка подцепить мяч, пробить поворотом не прошла. Но вот тут вторым темпом может быть и неплохой удар. Однако мяч пошел рядом с воротами. Я отмечаю, это номер 8 Александр Чебраков. Как раз там великолепно проходит, заходит в штрафную, передачу под удар, а правильно ли дойдет удар, доходит и перекладина, какой момент. И это, собственно, вышедший на замену 97-й номер Зубенко Илья пробил. Классно. Ух, и что, ворота мяч заходит. Показалось мне, что там транзитом через соперника, но это уже не так важно, Колтаков бежит радоваться. И отмечать на скамейку. Центр проходит. И улетает за предел штрафной. Тут ростовчане его и подхватывают. Неплохой момент под удар. И благодаря рикошету счет становится 3-0. Это Осинчуков. Да, и категорично жалко сейчас. В составе футбольного клуба Ростов забил номер голкипера Шора, ну потому что очень обидный. Рустам. И там еще нас ждет 3-4 добавленных минуты, и может быть здесь как раз-таки еще за что-то поцепляться. Помню я, кстати, Ростов так несколько раз в разных возрастах пропускал на последних минутах таймов. Ой-ой, и вот момент, и вот и гол. Вот и гол, как раз то, о чем я говорил. Шоровцы молодцы, здесь воспользовались тем, что потеряли их. Снова Шор вперед, вот здесь хорошо. Ну-ка, и на дальнюю, офсайда нет вроде бы. Удар, и 2-3. Съеден прихрамывает, но... бежит. Ему бы сейчас, конечно, к врачу, если там что-то немножко... Ошибка! И здесь великолепный отбор. И все. Арбитр дает свисток об окончании матча. Ну что ж, Ростов поздравляю с победой. Молодцы, но над концовкой надо подумать.